И всем привет! Вы на канале Ведроид Гейминг. Меня зовут Александр, и сегодня у нас фаст-обзорчик нового корабля РФ Бриз, который все так хотели посмотреть. По внешнему виду он очень сильно похож на лидера. Вот смотрите, лидер стоит, а вот Бризик маленький. Ну, приблизительно то же самое, да? Нет. По модулям очень сильно напоминает Дерзкого. Все те же две ракетки, пушка, вместо двух торпед одна, но зато есть дополнительный слот ПВО. У Дерзкого их два, у нас их всего лишь три. И также вертолетик. По характеристикам мы худее Дерзкого, но зато быстрее. У нас 25 узлов против 19,5. Как-то так, да. Не знаю, как на практике это все будет действовать, но мои рекомендации к Дерзкому подходят и к Бризу. Так что зацикливаться на них не будем, а вы свои сборочки обязательно пишите в комментариях. Как-нибудь их обязательно посмотрим. Ну а мы, как всегда, в каноничной сборочке поглядим на него в рандоме. Поехали! Итак, господа, первый бой. Давайте смотреть состав. Все живые, есть авианосец. У нас-то есть авианосец. Свет-то будет, нет? Надеюсь, что будет. Поедем в его сторону, будем его немножечко прикрывать. Кстати, маневренность вообще классная. Смотрите, как боком заходит, вообще замечательно. Главное не налететь ни на кого. Так, есть одна цель. Брамасы наготове. Брамас — отличная вещь. Курамчик, смотрите. Со своими имба-ракетками, наверное, да? Нас еще не светанули. У меня, кстати, опять гроза идет. Так что будет канонично все. Надо на шторме еще будет одну карточку сыграть обязательно. Так, меня уже спалили. А где мои ракеты-то? Он типа в ловушку их пустил. Так, стоп, меня со всех сторон фигачат. Как-то так, да? Надо уезжать отсюда на своей суперскорости. Так, Дункан, Маклауд. Но здесь надо парами закидывать. Ёпрасотен. А как я так проглядел-то? Ну, один Брамос, наверное, не долетит до цели. Но ничего, у нас быстроходность большая, мы сейчас просто тихо едем. Так, Шадонг. Ну-ка, давайте попробуем его раздуплить. Своими авиациями по-любому меня душит. И торпедочку туда закинем. Ну, прикольно. Быстроходность классная. Мы просто убегаем от этого вертолета. Но, походу, не бежим, да? Нет, мы убегаем, смотрите. На лоу-хипах от торпеды. Все, здоровья хватит. Мы выживем обязательно. Только нас там кто-то долбит. Ну, все нормально. Замечательно. Икс-винчик, смотрите, стоит. Он в нас стреляет, нет? Как у меня бахает-то, ёпрасоте. Так, ну быстроходность мне нравится. Ну-ка, давай еще разок. Он сам решил убиться, не мучиться. Ну все, пацан, ты не успеешь перезарядиться. Ракетки залетают, и ты теряешь лицо. Замечательно. Так, на лоу-хипах работаем, замечательно. Один корабль остался. Ну, естественно, с рандомом мне повезло, хотя я выпорхнул на толпу, но все равно остался жив, потому что быстрые ноги... Ракет и торпед не боятся. Ладно, я думаю, не очень показательный бой. Еще один надо обязательно съездить. Замечательно. Итак, погнали. Дубль 2. Все опять живы, опять тропики. Гонщик нелегальный выходит на охоту. Вот у нас есть курамчик. Популярный довольно-таки корабль, да? Ну ничего, сейчас мы его это немножечко обидим. И от засвета просто уйдем. Ну-ка, давай, залети, 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 залети. Он прям такого не ожидал. Замечательно. 46 халявных тысяч урона. А может, еще в Ярослава Мудрого немножечко покидаемся? Как тебе упреждение отобрать? Света нету. Что за райд у нас тут происходит? Ну, один-то залетает, 23 тысячи. Хорошо, блин. Уже почти что урон предыдущей катки сделали. Вот, самолеты летят. Ну, у нас, в принципе, 3 ПВО, так что, я думаю, будет все неплохо. И еще залетели. А что так залетают, это все хорошо. Так, есть у нас одна цель. Рэмбо, смотрите. С нами кто-то здоровится, ну или не с нами. Короче, пацаны сюда поговорить пришли, а мы повоевать, окей. Кто это такой маленький? Курама, значит, да, наверное. Ну, блин, он не доживет, может, застелякаем? Стил, давай, вперед, тык-тык-тык-тык, в спину удар. Эх, почти что. О, застелякали, нифига себе, вот это вообще подло было, да, с моей стороны. Так, брюк. Получай. Вообще хищник, блин. Совершенно по-другому играет, не как Дерзкий. Но Дерзкий тоже прикольный. Залетают ракеты просто. Кто там говорил, что Брамос плохие? Отличные ракеты. Правда, да, танковать авиацию не лучшая идея. Но кого мы теряем, да? Мы же веселиться сюда пришли. Паренек, давай. В меня стреляешь, нет? Со своих китайцев или с чего? Ну, давай. Эх, не залетел. А этот залетел замечательно. Еще давай. Я сейчас еще вертолет позову свой. Еще кто-то сдох. Нормально. Это Дулио, наверное, сзади нас прикрывает. А что ты не сдох-то? Нормально же зашло.
Сейчас умрешь, подожди, мужик. Пушка пипец косая, как с этих россиян стрелять вообще? Ждать сведения? Ну мы же не в танках. Ой, блин, пока ждал, врезался во что там. Так, давайте ракетку уберем. Хоть у нас три ПВО есть, но неохота лицо терять. Вдруг там какой-нибудь Оникс. Здорово, мужик. Короче, корабль хорош. Жалко, не премиальный. Все жду, не дождусь, когда премиализацию врубят, чтобы это, ну, так, голдой обмазать корабль. И было приятно всем. Ну, когда-нибудь там привезут, наверное, эту тему. Блин, ловушку нажал, хотел хилочку нажать. Так, Ярославчик, давай мы не будем это. Я понимаю, ты олдовый парень, любишь крутые корабли. Но, блин, дорогу молодым. Мне еще по работке звонят. Надо это быстренько закончить. Значит, погодите вы, погодите, последний килл. Ну ладно, давайте оставим его ребятам, и так мы три сделали. Хотя нет, подождите. Ой, телефон, отстань. Стил, давай. Нет, не успел. Ну что, ребятки, как вам корабль? По-моему, максимально офигенская вещь. Динамика просто зашкаливает. Именно этого и не хватало российским кораблям на втором тире. Набор модулей тоже классный. Пофиг на эту дополнительную торпеду, зато есть вагон скорости. Короче, если хотите поугарать, то Бриз — это настоящий мастхевчик, который стоит 3 миллиона баксов. В общем, пишите, что думаете, а пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока.